Тихий провинциальный городок Вельск затерялся на бескрайних просторах Архангельской области. Но затерялся не совсем. Он стоит на перепутье нескольких дорог, одна из которых ведет прямо в Москву. Кстати, жители города с гордостью отмечают, что Вельск старше Москвы на целых 10 лет. За столь долгий срок в жизни города много чего произошло и изменилось. Не изменился разве что старинный герб, где изображена большая бочка, наполненная по преданию дегтем. Вельск вроде когда-то славился этим товаром. Горожане об этом уже давно забыли, поэтому что это за бочка такая, иногда друг у друга спрашивали. Но больше спрашивать не будут. Сам Нострадамус перекосился бы от зависти, если бы узнал, что за предсказание сделал, сам того не ведая, древний вельский геральдист. Предсказание, которое сбудется небывало жарким летом 1999 года. В ночь с 8 на 9 декабря 1998 года в РУВД Вельска обратилась Галина Николаевна Дельницына с заявлением о пропаже своей 18-летней дочери Татьяны. У меня истерика, соседка тут успокаивала. Все же предчувствие такое было, что что-то случилось. Отец девушки в последний раз видел свою дочь около часа дня. Он шел на обед, а Татьяна направлялась в сторону поста ГАИ в районе остановки деревни Лукинская. Домой она не вернулась. Мать до поздней ночи обходила всех знакомых и подружек дочери. Ну, через речку пошла к подружке, к Марине, разбудила. Так, говорит, нет, тетя Галя, не было. Мы сегодня на танцы собирались, идти, не было ее. В милиции за поиски взялись без особого энтузиазма. Да, пропала. Проверили. Ну, в принципе, девчонка, она могла сесть на попутку, уехать. То есть у нее такие случаи бывали. Поэтому, как скажем, не содрогнулась вот так вот. Сердце-то ничего не дернулось. Да, могла уехать. Родители же Тани, у которых с сердцем с каждым днем становилось все хуже и хуже, не находили себе места. Куда могла уехать дочь? Ответ у всех был один. Ждите, может, еще найдется. В городе ведь 100 лет никто бесследно не пропадал. Но наступил новый 99-й год. Прошла зима, заканчивалась весна. А Татьяна все не находилась. В конце мая в милицию обратилась Наталья Петрошинец с заявлением о пропаже своей сестры Ольги Акиниховой. Далеко ходить Наталье не пришлось. Волею судьбы она работала техничкой в РУВД. За дело принялась старшая уполномоченная угрозыска Елена Рогозина. Сразу же было заведено розыскное дело. Ориентированы наряды, ориентирована вся область была. Ориентировка в газете помещена вот с ее вот, с фотографией. Никаких известий об Акиниховой так и не поступило. Зато через несколько дней поступило заявление о пропаже Ирины Зотовой. Правда, в этом случае надежда, что ничего страшного не произошло, оставалась. Ну, у нас участковый счел, что женщина тоже легкого, девушка легкого поведения, она постоянно уезжала там на месяц, на два, да, дважды она судимая была, поэтому никуда не девается. Приедет. Но надежды не оправдались, не приехала. Ничего не оставалось, как рассматривать исчезновение Акиниховой и Зотовой как звенья одной цепи. А ведь в декабре пропала еще и Татьяна Дельницына. И все-таки город продолжал жить своей обычной провинциальной жизнью. Спокойной и невозмутимой. Сыщики продолжали розыск пропавших, а вельчане поговорили о пропаже трех женщин и перестали. Подошла пора летних отпусков. Люди потянулись на дачи. Но тут Вельск потрясает новое известие. Неожиданно пропадает Аня Колобанова, ученица коммерческого техникума. Выяснили, на выходные Аня собиралась съездить в поселок Шуниму на день рождения своей матери. 12-й день независимости, поэтому свободный день, и у них занятий не было. Не было автобуса в этот день. У меня была договоренность с тремя людьми, с тремя машинами, она ни на одну не попала. Но ведь как-то она должна была добраться домой. Единственное, что доподлинно узнали оперативники –
Аня в тот день около 3 часов собрала вещи и пошла на остановку деревни Лукинской. Стоп, что-то знакомое. Подняли зимнее разыскное дело до Ильницыной. Так и есть. Именно там у Лукинской терялись и ее следы. Если девушки не поехали на автобусе, то, может быть, сели в попутку? В любом случае, они пропадали именно здесь. Опросили всех свидетелей, которые хоть что-то могли сказать о Колобанове. Вот ее видит. 15-10 ее видит, а 15-20 ее уже нет. После долгой и кропотливой работы с очевидцами стала вырисовываться следующая картина. Предположительно, разыскиваемая могла сесть в автомашину «Жигули» светлого цвета, на лобовом стекле трещина с правой стороны одной полосой. Сообщались даже приметы водителя. Рост 180, плотного телосложения, на вид лет 50, волосы русые с сединой, глаза серые, выпуклые. Вот такой, как ориентировочка, так отдали в газету-то. Все-то как сошли с ума. Было с чего сойти с ума. В городе объявился маньяк. Каждый день в отделение милиции раздавались звонки свидетелей, которые утверждали, что видели описанную машину именно с таким водителем, как он увозил очередную жертву в том-то направлении. Но все задержанные по приметам водители оказывались вполне законопослушными гражданами. Наконец, в этом порыве народной бдительности блеснул лучик надежды. В милицию пришли 2 напуганные девушки. Они не прислушались к предупреждениям по радио и сели таки в «Жигули» к незнакомому мужчине. Он завез их в лес, напоил водкой и начал приставать. Но девушкам удалось от маньяка убежать. Ко всеобщему удивлению, поиски злополучных «Жигулей» и их хозяина были недолгими. Девушки быстро опознали мужчину. Задержанного тут же проверили по всем случаям исчезновений, но везде алиби. В те дни его вообще в городе не было. Пришлось начинать все сначала. Усилили проверку на дорогах. Во всех многолюдных местах города, на рынке, у магазинов, на автобусных остановках расклеили объявления с фотографиями пропавших. Разослали ориентировки во все соседние области. Раз в неделю давали объявления в газетах и по местному радио. Пересуды в городе не умолкали. Большинство горожан склонялось к самой злободневной тогда в стране версии. Ну что, какие-то машины там, это вот, говорят, что это вот Чечня, кто-то из них ворует. Не исключали подобное и в милиции. Так думали, что похитили, увезли. Попытались разрабатывать кавказский след. Проверили рынки и другие торговые учреждения города. Всех подозрительных в обязательном порядке снимали на видеокамеру, но шансов на успех здесь почти не было. Ведь ни в одном случае никто не потребовал за женщин выкуп. Да и что можно было взять со скромных вельчан? Оперативники и участковые по-прежнему активно работали с населением. Казалось, что опрос жителей – наиболее реальный способ выйти на след пропавших. На улицах рассказывали, что нашли изрезанную, все, летишь в отдел, нет лажи. То есть можно было на остановке где-нибудь услышать такие подробности, ну, о которых сам не знаешь, а город уже рассказывал. Ну, слухи. Город маленький. Один сказал одно, пошло как испорченный телефон. А испорченный телефон передавал по городу самые невероятные новости. А вот такой вот слух был, это пришла мама одной из этих девушек и сказала, что здесь в Вельске девушек этих, какая-то девушка, женщина собирает, предлагает им хороший заработок, и Череповцы их там, это самое, где-то содержат. 18 июня Вельск испытал новый шок. В тот день домой не вернулась жительница соседнего с Вельском поселка Аня Палкина. Утром она уехала в город на летнюю практику. Мать Ани, жившая, как и все жители Вельска, событиями последнего времени и не раз строго предупреждавшая дочь не садиться в попутки, ничего не могла понять. Конечно, так-то без спроса она никуда не уезжала, но думали, может быть, куда-то кто-нибудь типа звал ее, да. Но куда могла уехать несовершеннолетняя Аня, ни родители, ни соседи не знали. Версии, конечно, были, что могла уехать она к другу. Сразу пробили туда. Нет, говорит, не приезжала. И тут так спокойно отнесся, что не могла она пропасть. Ну, еще подождали вечер. Субботу еще. А в воскресенье утром мы поехали сами искать. Одна из ее подруг, тоже Аня, еще ничего не знавшая о случившемся, была в недоумении. Как пропала? Я же проводил ее до автобуса. Оказывается, весь тот день девочки провели вместе. Вместе ушли из занятий. Сходили с первопленку, фотографии заказали.
Сразу же мы получили ее через несколько минут. Пошли по рынку прогулялись. Она домой собиралась ехать. Наслушавшись жутких историй о пропажах девушек, подружка не оставила Аню одну и решила проводить ее до остановки, откуда по расписанию в 15:20 в сторону ее поселка должен был отправиться автобус. Мы еще хохотали, что она была тепло одета, что прикалывались, спарилась она или нет. Где расстались? Мы расстались около этой остановки. Но Аня не спарилась. Она просто испарилась. Потому что остановка называлась «Деревня Лукинская». Весь ужас состоял в том, что эта злополучная остановка находится в весьма оживленном и многолюдном месте, на перекрестке двух главных местных магистралей. В третий раз отсюда среди бела дня пропадает человек, но никто не может дать достоверных показаний. Единственной надеждой оставался водитель автобуса, на котором Аня должна была вернуться домой. Оказалось, что на этом же автобусе она с еще одной подружкой ехала и утром. Как ехали двое девчонки такие, по описанию, как мне объясняли, утром. А потом уже днем я их не видел больше. Итак, на этот автобус Аня Палкина не села. Точно так же, как не сели в свои автобусы и пропавшие ранее Дельницына и Колобанова. Надежда на то, что девочка из приличной семьи могла у кого-то надолго задержаться, таяла с каждым днем. Начинали оправдываться самые худшие опасения. Теперь уже прочесывание окрестных лесов и полей организовали со всей тщательностью. Служебные собаки с утра до ночи исследовали каждый овраг, рощу, обочины всех дорог. Такая собака хорошая, и все проверили. Оперативники действительно проверили все. Заброшенные склады, подвалы, чердаки, пустующие дачные участки, но нигде ничего. В очередной раз были разосланы ориентировки во все районы Архангельской и соседних областей. В газетах появлялись все новые фотографии пропавших. На четвертые сутки непрерывных поисков в милицию обращается Валентин Власов, житель деревни Макарино, что в 20 километрах от Вельска. Но не с долгожданной информацией об исчезнувших девушках, а с заявлением о пропаже своей жены Татьяны. Вечером приезжаю домой с работы, дома нету. Думаю, у сестры осталось. Неужели опять? На этот раз пропала уже не молоденькая девушка, а вполне взрослая женщина, мать пятерых детей. Может быть, этот случай не входит в злосчастную серию? В этот день Татьяна должна была зайти оплатить счета за электроэнергию в управление городских электросетей. Об этом Валентин узнал, когда жена днем на минутку забежала к нему на работу. Я, говорит, сейчас скажу до службы, до электросетей за мост и вернусь в город к сестре. У нее там подожду до автобуса и домой уеду. После этих слов оперативники уже не стали задавать Виктору вопрос, интересовавший их в первую очередь, на какой остановке его жена подождет автобус. Дело в том, что здание управления городских электросетей находится прямо напротив остановки деревни Лукинская. Все это напоминало дурной сон. Не остановка, а какой-то Бермудский треугольник. Может быть, здесь создалась какая-то аномальная зона под воздействием мощных электрических полей. За зловещую остановку нужно было браться всерьез. Вот после Власовой, значит, мы там выставляем пост на этом в электросетях, там на втором этаже, значит, наши работники сидят, фиксировали на камеру все, кто подходит к автобусной, подъезжает к автобусной остановке. Все это потом проверялось, все. Стали фиксировать вообще все машины, проходящие через этот перекресток. Поэтому наблюдение было скрытое. А потом все это анализировали, сидели, какие машины проходили, сколько раз, какие людей подбирали. Проверяли легковушки и грузовики, и даже дальнобойщиков в большом количестве курсирующих через город по трассе Москва-Архангельск. Но то, что произошло 27 июня, не только окончательно ввергло Вельск в панику, но и сделало бессмысленным всю проделанную сыщиками работу. В этот день пропадает учительница средней школы Ольга Мартемьянова. Но роковая остановка к этому случаю не имеет никакого отношения. Свидетели показали, что в полдень Ольга, взяв тяпку и ведро, ушла на огород прополоть картошку, обещав вернуться в 5 вечера, но не вернулась. На следующий день мать Мартемьяновой поехала на огород и поняла, дочь там не появлялась. Картошка была не окучена. Сыщики, окончательно забыв о сне, начали новое расследование.
Ну, тут вообще сразу же весь полностью 100% личный состав тут же на поиски, все были подняты. Оставалась надежда, что хоть исчезновение Мартемьяновой не связано с предыдущим. Но быстро выяснили, что и ей до огорода нужно было пройти пару километров по дороге. Значит, остановка Лукинская – лишь частный случай. Главная дорога – опять попутка. Страх окончательно парализовал город. Люди боялись появиться на улице даже в дневное время. Женщины боялись выходить, они боялись отпускать детей. С пропажей каждой из женщин это все усиливалось очень. Задерживали всех маломальски подозрительных личностей. А старый знакомый сыщиков чуть ли не прописался в отделении. Фамилия, имя, отчество? Василий Павлович Петрович. Дальний судимый? Нет. Но ни показания подозреваемых, ни опросы свидетелей никаких результатов не давали. Зацепок почти никаких не было, хотя отрабатывались масса вариантов, версий. 5 июля Архангельская областная прокуратура возбудила дело по факту исчезновения в Вельском районе в период с 8 декабря 1998 года по 27 июня 1999 года шестерых женщин. За дело взялись лучшие специалисты. Группа во главе с начальником отдела по расследованию особо важных дел областной прокуратуры Владимиром Гусевым немедленно выехала в Вельск. Перед ним стояла нелегкая задача. В объятом страхом небольшом городке, без улик и вещественных доказательств, среди всевозможных слухов, домыслов, найти хоть одно рациональное зерно. Ведь не испарились же все эти женщины на самом деле. Никто ничего не видел, как в последний момент человек пропадал. Вот стояла на остановке, видели, как проходили. Стоит и стоит себе. И потом вдруг исчезает. Куда пропала? Неизвестно абсолютно. Итак, Гусев с коллегами однозначно был уверен лишь в одном. Неизвестный преступник – водитель попутки, в которую садились женщины. Ведь все исчезновения случались в дневное время. И все пропадали в районе автомобильных дорог. Половина из них в районе остановки деревня Лукинская. Если попутка заезжала с федеральной трассы Москва-Архангельск, надежд на успех практически не было. Зона поисков тогда вся страна. Если преступник местный, шанс оставался. Но кто он? Скорее всего, речь могла идти о сексуальном маньяке. Вырисовывалась версия о новом Чикатило. Чикатило на автотранспорте. Но здесь у Гусева возник ряд вопросов. Если маньяк, то почему днем и бесследно их берет? Особенно настораживало последнее обстоятельство. Насильники, маньяки и так далее, обычно они так тщательно не скрывают следы. Обычно что-то остается на месте после того, как они жертву, допустим, в машину посадили. А тут ничего. Кстати, неуловимый в течение многих лет Чикатило порой оставлял следы и улики. Ну, в конце концов-то, в общем-то, пришли к выводу, что жертву, усаживаясь в автомашину, они... доверяли изначально, значит, абсолютно доверяли вот этому в лесу. Может, преступника все хорошо знают? Может, он оборотень? Затаился под личиной хорошего знакомого или соседа? Гусев, отрабатывая версию маньяка, попросил выяснить, случалось ли что-либо похожее в Архангельске и области за последние годы. Подняли картотеку нераскрытых убийств. Да, в Архангельске в 89-м году убили женщину. В 90-м пропала студентка. И в 96-м еще две девушки. Но серии подобных Вельской в области никогда не фиксировали. Но тут поступил еще один сигнал. В конец отчаявшиеся родственники Ани Колобановой обратились за помощью к местному экстрасенсу. Она им сказала, что вот, значит, вот в Плесецком районе, в поселке Пермилово, работает в подпольном цехе, там вот на таких работах. Пришлось проверять, но ничего подобного, к сожалению. Чем больше ломали головы над загадками сыщики, тем невероятнее были версии жителей города. Говорит, ой, Зина, говорит, сегодня, говорит, я видела, говорит, огоньки такие приближаются, огоньки, много-много огоньков, говорит. Это, говорит, кажись, непланетяне, так да не может быть. Но подобным видениям объяснения были. Недалеко в Плесецке находится знаменитый космодром. Вернулись к более реальной теме. Остановка Лукинская. Как известно, она расположена на перекрестке двух дорог. Одна из них ведет в колонию номер 42/14. Поскольку никаких ЧП там не происходило, то с начала исчезновения женщин этот объект не изучали. Но теперь, когда стали проверять все и вся, организовали проверку и в этой зоне. Но следователей с самого начала успокоили.
За последние 9 лет на данном объекте ни попыток побега, ни побегов не было. Правда, выяснили, что в колонии существует так называемая бесконвойная форма содержания заключенных. Тех, кто досиживают срок за примерное поведение, иногда переводят на свободное передвижение по территории колонии и даже могут разрешить по нуждам администрации выезжать за ее пределы. Старший следователь Сергей Пескишев занялся бесконвойниками. Администрация учреждения нас заверила, что все бесконвойные лица передвигаются строго в сопровождении, фиксируется время выезда, въезда. На всякий случай попросили руководство колонии подготовить дела заключенных, сидящих за изнасилование и подобные преступления. И в первую очередь из числа бесконвойных. Пока подбирали дела, в Вельске исчезновения женщин прекратились. Страх, захлестнувший город, стал постепенно отступать. Звонков от бдительных граждан в милицию поступало все меньше и меньше. Теплый сентябрь почти окончательно успокоил жителей Вельска. Наступила пора бабьего лета. А потом грянуло 22 сентября. Пропадает 50-летняя Тамара Буймер. Сыщики в очередной раз, как по замкнутому кругу, начинают расследование. Дочь Буймер сообщила, что мать собиралась днем пойти в лес за грибами. Подумали, может, какой-то грибник решил заодно поохотиться и на женщин. Прочесали лес, куда обычно ходила Тамара Андреевна. Но там лишь тишь да благодать. Сыщики опросили буквально каждого встречного на дороге, идущей вдоль леса, куда, предположительно, отправилась Буймер. Спрашивали про любую мелочь, запомнившуюся им днем 22 сентября. Ничего подозрительного никто не припомнил. Лишь одна женщина рассказала, что в тот день, около 3 часов, проходя мимо этого лесного участка, видела автомашину с бочкой голубого цвета. Такие машины вроде откачивают колодцы и туалеты, а больше ничего. На 3-й день отчаянных попыток вырваться из адского круга пропадает еще одна женщина, Зинаида Шорохова. На этот раз последним, кто видел Шорохову, по печальной иронии судьбы, оказался участковый милиционер. Он как раз занимался опросом жителей по поводу пропавшей накануне Тамары Буймер. Около 1 часу дня он встретил на дороге Шорохову с 2 пустыми бидонами из-под молока. Он ее предупредил, что женщина, не садись, пожалуйста, ни в какой транспорт. Вот... День назад пропала Буймер. Неужели вот так прямо с бидонами и похитил ее неизвестный маньяк? Члены команды Гусева уже были на грани отчаяния. Они не могли спокойно наблюдать за тем, что происходит в городе. Страшно, конечно. Особенно, когда очередная жертва. В это время из колонии поступили весьма любопытные подробности из жизни бесконвойников. Осужденные имели возможность выезжать самостоятельно из данного учреждения. Время... выезда и заезда в учреждение фиксировалось всех слов. Они сами делали отметки в своих путевых листах. Подготовили дела тех бесконвойников, которые сидели за изнасилование. Первым в руки Гусева попало дело жителя Архангельска Сергея Шипилова. Но он характеризовался абсолютно положительно. Шипилов вообще, ну, как сказать, нормальный, осужденный, ничего за ним не замечаний, ничего такого не было. Нормальный, исполнительный. Но на следующего, некого Иванюка, жителя Вельска, Гусев сразу обратил внимание. Во-первых, он осужден был за изнасилование. Во-вторых, он вельский, все ходы-выходы, так сказать, знает. Ну и еще один момент, значит, он работал на автокране, на МАЗе. Как же сразу не догадались. Конечно же, на такой необычной машине, как автокран, можно беспрепятственно совершать любые преступления. Кто догадается? А один из эпизодов в деле, по которому сидел Иванюк, был как раз связан с автотранспортом. Еще раз опросили свидетелей. Как же, видели кран как раз у Лукинской. Приступили к допросам Иванюка. Но тот недоумевал и оправдывался. У меня помпа оборвала, пришлось развернуться и ехать обратно. Вот, ну, в типографии долил воды. Дальше проехал, там сколько, опять смотрю, температура под сотню. Опять остановился, опять долил воды. У Лукинской как раз остановился колодец. Вот там тоже подлил воды. Ну вот, может быть и тут подумали еще на меня. А все члены оперативно-следственной группы не только подумали, они уже почти не сомневались, что развязка близка. Ну и Ванек тут, в общем-то, так немножко где-то тоже и разозлился, видимо, на сыщиков. Спрашивает, что ж вы, почему ко мне так одному пристали-то? Ну я говорю, что Шипилов тоже такая же статья. Тоже на машине ездит. Попросили выяснить, на какой машине ездит Шипилов. Выяснили. На осенизаторской, которая откачивает колодцы и туалет.
которую видела свидетельница возле леса, где пропала Тамара Буймер, которая с бочкой голубого цвета. Еще раз внимательно изучили личное дело Шипилова. Характеризуется положительно, имел одни поощрения. Буквально через полгода отбытия наказания был переведен на бесконвойное передвижение. И дальше одни лишь поощрения и положительные характеристики. И у руководства, и у сотрудников колонии о Шипилове сложилось очень даже приятное впечатление. Дисциплинированный, работящий, не предаст, всегда поможет советам. Но человечество знало много честных и дисциплинированных злодеев. Выяснили, что уже год как Шипилов работает на ассенизаторской машине, примерно пару раз в неделю вывозя из колонии нечистоты на городскую свалку. Стали изучать маршруты передвижения Шипилова по Вельску. Так, вот наше учреждение. Значит, Шипилов на ассенизаторской машине выезжал в учреждение, приезжал в деревню Бородовско-Лукинская, вот до моста, потом через город приезжал на переезд и по направлению свалки. Деревня Лукинская. Кажется, роковая остановка наконец приоткрывает завесы над своей страшной тайной. Теперь надо было выяснить дни и время выезда Шипилова из колонии и возвращения обратно. Все это фиксировалось в специальном журнале. Так и есть. Даты исчезновения большинства женщин удивительным образом совпадали с днями, когда Шипилов выезжал на маршрут. Более того, предполагаемое время их исчезновений всегда попадало в интервал, отведенный Шипилову для того, чтобы доехать до свалки, слить нечистоты и вернуться в зону. С часу дня до 4 вечера. И ведь он всегда укладывался. Но вся беда состояла в том, что даже эти факты не могли служить железными доказательствами. Нужно было действовать наверняка. Измученные страхом вельчане никогда не простят ошибки Гусеву и его команде. Решили в обстановке абсолютной секретности установить наблюдение за Шипиловым и его выездами на машине в город. А он, как ни в чем не бывало, по установленному графику отправлялся в свои очистительные рейды. Две легковушки с оперативниками, поочередно сменяя друг друга, следовали за автомобилем Шипилова. Сыщики стали немножко за ним присматривать, так сказать, изучать его маршруты, потихоньку за ним, так, когда он выезжает с зоны, посмотреть, куда поехал, чего так в отдалении. Но за первые несколько выездов ничего примечательного в действиях Шипилова не заметили. Он спокойно доезжал до свалки и, как всегда, вовремя возвращался обратно. Останавливался пару раз по ходу движения, по техническим надобностям, и все. И никаких попыток подобрать попутчиц. А в очередном рейде Шипилов вообще нигде, кроме свалки, не остановился. Но объяснялось все очень просто. Вот он, видимо, в силу своей постоянной настороженности, он сразу наблюдение это заметил. Вот. Единственное, он точно не знал, когда оно началось. Заметил наблюдение, изменил поведение. Это ведь неспроста. Сомнений почти не оставалось. Это он. Играть в кошки-мышки дальше было бессмысленно. Раскусивший сыщиков Шипилов ничего больше не предпримет. Но как его задержать? На чем? На экстренном совещании в областной прокуратуре все понимали, что Шипилова нужно срочно брать. Если, конечно, этот термин применим к заключенному, пусть он и бесконвойник. Но опять же как? Даже всесильной прокуратуре нужны неопровержимые доказательства. Еще неделю все посвященные в тайну сотрудники колонии и сыщики не спускали с Шипилова глаз. Но лучший бесконвойник по-прежнему был безупречен. В который уже раз допросили его Ника, еще совсем недавно главного подозреваемого по этому делу. Но, может быть, он вспомнит, но хоть какую-то необычную деталь в поведении своего товарища. И Иванюк вспомнил. Да, действительно, там один раз приехал, там стекло выдавлено, другой раз ручки нету тут, пассажирской. А ты где стекло выдавил? Он говорит, не поверите, говорит, задом сдавал в лесу, говорит, тычка, говорит, залезла в окно, говорит. И, говорит, выдавило стекло. Попросили Иванюка напрячься. В какой день это было? Да вроде 27 июня, в день пропажи Мартемьяновой. 10 октября прокурор области Александр Апанасенко дает команду Шипилова задержать. В колонии решили этого не делать. Реакция заключенных могла быть непредсказуемой. Группа во главе со старшим оперуполномоченным угрозыска Николаем Церковниковым отправилась за голубой бочкой в город последний раз. Я был на автомашине ГИБДД на патрульной. Инспектор ГИБДД остановил. Вышел при проверке документов, надел наручники.
По иронии судьбы, Иванюк в это время с нетерпением ждал товарища в колонии. В воскресенье отправили, тут ему зайти в магазин, там купи, там как раз ничего не было. Хоть конфет, чего. Ждем, ждем, нету Шипилова. Потом милиция приезжает, человек 15 уже, после обеда. Ну, понял, что забрали. Эта новость для Иванюка, с которого теперь снимались все подозрения, конечно, стоила так и не привезенных в тот день конфет. На следующий день после задержания Шипилова решили увезти в Архангельск. Никто не знал, как поведут себя жители Вельска, узнавшие, наконец, кому они должны быть благодарны за весь пережитый кошмар. Четко и ясно скажите вашу фамилию и имя, отчество. Шипилов Сергей Александрович. Шипилов Сергей Александрович. Да. Число, месяц, год рождения. 17 мая 59-го. Где сейчас отбываете наказание? УГ-42-14. В городе Вельске, да? Вельский район. На первых допросах Шипилов вел себя спокойно. Шипилов, давно здесь отбывайте наказание у нас в УГ-44? 96-го, 97-го. 97-го, да? А без конвойном давно? Второй год. Второй год. На каких видах транспорта здесь сейчас ездите? В последнее время на Синезаторской. На все вопросы Шипилов отвечал хоть и сухо, но, как всегда, корректно и точно. Женаты? Да. Дети есть? Есть. Сколько? Но постепенно Шипилов стал высказывать некоторое удивление. Чего, мол, мучаете? Ну да, когда-то было дело, провинился, так ведь и наказание за это уже отбываю. А здесь-то я при чем? Гусев был готов к такой тактике, но понимал, что сейчас только от него зависит, когда Шипилов начнет давать настоящие показания. Началась психологическая дуэль, но длилась недолго. Затем он замкнулся. Надо было дальше ситуацию немножко развить. Но через несколько дней Шипилов, видимо, понял, с кем имеет дело, и вообще замолчал. Не смотрел в глаза, был подавлен. Нервничал и Гусев. Один неправильно поставленный вопрос мог все окончательно испортить. А главный вопрос был и самым страшным, где находятся тела 9 убитых им женщин. А в том, что в живых из них никто не остался, следователь уже не сомневался, в отличие от родственников. Но то, чтобы они мертвы, в это никто ведь из нас верить не мог. Но Гусев знал, что человек, не оставлявший улик, не мог кого-то оставить в живых. Первым нервы не выдержали у Шипилова. Жизнь самоубийством пытался покончить. Ну, вскрыл вены себе ночью. Скорая помощь меня ночью откачала. А на следующий день стал давать признательные показания. Сам, без всякого вступления, без ничего, сразу. И утром я уже, ну как, пошел на высшую меру наказания. То есть полностью весь расклад, начал показывать места захоронений. Точнее, по просьбе Гусева Шипилов нарисовал схему захоронения трупов, которую по факсу срочно отправили в Вельск. Сергей Пескишев немедленно выезжает на место, и первые же раскопки дают результаты. Но обнаружены останки лишь двух жертв. Возвращаются опять к Шипилову. Где остальные? Плохо ищете, был ответ. Но Гусев не растерялся. Хорошо, ну, нарисуй на всякий случай схему по остальным. Он нарисовал схему еще 4 захоронений. Вот, то есть как бы связал себя. Нарисовал рефлекторно, по инерции. А когда сообразил, что наделал, понял, что дальше припираться бессмысленно. И через несколько дней следственная группа вместе с Шипиловым, сопровождаемым спецконвоем, вернулась в Вельск. Начались ежедневные походы по пригородным лесам, таившим в себе все эти месяцы страшные тайны. Куда вы нас привели? Объясните, пожалуйста. Вы 4-е захоронение в этой гости. Вы уверены, что это именно то место или предположительно? Ну, 100% я не могу сказать, но 90% это... Которые уже раз все удивились, как маньяки ориентируются в дремучих лесах и как запоминают места захоронений. Но Шипилов не просто безошибочно нашел все места. Он помнил все до мельчайших подробностей. И лежать она должна в какой позе? На боку, на правом боку. На правом боку? А голова... Вот так, ноги... вот так где-то. Голова должна быть тут. Вельск оцепенел вновь. В милиции откровенно побаивались стихийных действий горожан, требовавших немедленной расправы над злодеем. Таких людей убивать надо. В жизни города начались самые страшные за многие годы дни. На целый месяц Вельск погрузился в траур. Товарищи, разрешите митинг, посвященный памяти Ани Колобановой, считать открытым.
была доброй, отзывчивой, простой, прямой. Пусть земля ей будет пухом. Жарким июньским днем этого года зверская рука бандита вырвала из наших рядов прекрасную учительницу, добрейшей души человека, мать двоих детей, Ольгу Борисовну Мартемьянову. Но и вельчанам, и членам оперативно-следственной группы таких дней пережить придется еще очень много. 9 женщин, ой, как страшно. Когда еще оперативники вели за Шипиловым скрытое наблюдение на вельских дорогах, Гусев, помня о нескольких нераскрытых убийствах, совершенных на сексуальной почве в Архангельске, решил проверить, не отметился ли и там интеллигентнейший Сергей Александрович. Посмотрели, группа спермы совпадает, место жительства, значит, дерзость такая же, все прочее. Ну вот, по этому делу конкретно, значит, возобновили производство. А заодно и узнали кое-что из жизненного пути Шипилова. Родился в Архангельске в обычной семье. Но обычное быстро закончилось. У меня мать умерла в 7 лет. Мне было 7 лет. Сестренке было 5. Ну, а после этого, как говорится, пошла череда женщин у отца. Что там сначала одна, потом вторая, третья. При этом отец беспробудно пил, нередко избивая этих женщин до полусмерти. А в 17 лет потянуло на женщин и самого Сергея. На пьяных, с которыми в случае чего разговор короткий – кулак. Даже когда женился, не смог успокоиться. Жена не пьет, да и ведь не будешь насиловать собственную жену, которая родила для него 3 детей. Но об этих пристрастиях Шипилова тогда никто, разумеется, и не догадывался. После армии Шипилов работал в Архангельском морском лицее мастером производственного обучения. Учил парней вождению автомобиля. Подростки отзывались о мастере уважительно, он им нравился. Да и женщины-коллеги из лицея признавались, мужчина галантный, интеллигентный, всем бы такого. А в плане художественной самодеятельности Сергею Александровичу вообще равных не было. Прирожденного массовика-затейника так все полюбили, что в порядке исключения ему даже разрешили домой ездить на учебном грузовике. Знали бы они тогда, чем это закончится. Очень скоро этот грузовичок и станет сообщником всех его начинаний. В апреле 96 года Шипилов подобрал попутчицу Светлану Куроптеву, повез ее в лес и изнасиловал. Когда она заявила, что придет к нему домой и все расскажет жене, достал нож, с которым раньше ходил в лес за грибами, и ударил девушку в сердце. Правда, нож сломался, и пришлось поработать руками. Еще неопытный Шипилов не стал даже закапывать тело, почему-то был уверен, все равно не найдут. Легкость и безнаказанность убийства удивила его самого. Шипилов сделал свое важнейшее открытие. Оказывается, надо быть хорошим работником, примерным воспитателем, галантным мужчиной, и можно совершать все, что хочешь. Шипилов решил закрепить свой дьявольский успех. В июне 96-го он в течение недели убивает Марину Ларионову и Светлану Гордееву. Но взяли тогда Шипилова не за это. Одна из изнасилованных и почему-то отпущенных им девушек заявила в милицию. При обыске в грузовичке нашли ее маленькую бусинку. Эта бусинка и отправила Шипилова в колонию. Можно представить, что испытал учебный мастер, когда получил 8 лет за какое-то изнасилование, имея за душой 3 убийства. Убийства, о которых не знал никто. Ну вот он в тот момент говорил мне, все, говорит, вот я за изнасилование сел, я их в живых оставил, после этого я сделал для себя урок, что, мол, в живых мне больше оставлять не надо. Но как теперь полноценно извлечь пользу из этого урока? Долгих 2 года этот вопрос мучил мастера производственного обучения. Впрочем, теперь он стал мастером совсем другого ремесла. Его вторым после барака домом стала ассенизаторская машина с голубой бочкой. Она и подсказала ответ в декабре 98-го. Насквозь промерзшая Дельницына уже полчаса стояла на остановке деревни Лукинская. Автобуса все не было. Попасть надо срочно, а ехать не на чем. А тут как раз и появляется Сергей Александрович Шипилов на своей бочке. Она спокойно села в машину и попросила подвезти ее до своей деревни. Но Шипилов поехал на свалку, где изнасиловал и убил девушку. Оттащил труп в лес, где просто закидал его ветками. А потом всю зиму переживал, а вдруг кто-нибудь найдет. Но когда весной вернулся на то же место и закопал никем не обнаруженный труп, почувствовал не только облегчение. Шипилов понял, пора действовать. 17 мая он убивает Ирину Зотову. Через неделю Ольгу Акинихову. Еще через 2 недели Аню Колобанову, затем Аню Палкину.
Кстати, гипотеза Гусева полностью подтвердилась. Все жертвы охотно садились в машину к своему палачу. Шипилов действительно обладал какой-то магией. И вообще он доверие внушает, располагает чем-то к себе. То есть женщины садятся к нему абсолютно безбоязненно. Даже родители убитых девочек признавали эту ужасную правду. Ну, внешность его, этого, такого вот отрицательного эффекта нет. Он вызывает доверие какое-то. Такое неотталкивающее. И ума человек этот не лишен. Это видно. Вот и Гусев был уверен, что без холодного и расчетливого ума здесь не обошлось. Проницательный ассенизатор продумал все до мелочей. Я думаю, что это все-таки чисто психологический момент. Все-таки где-то злодеев больше видит, во-первых, на легковых автомашинах, во-вторых, представляет себе у них образ, видимо, какой-то такой, что это бритый, здоровый, с взглядом с каким-то, с таким, с особенным. А тут чушь, едет на ассенизаторской машине дяденька в возрасте. Конечно, ничего плохого дяденька не сделает. Подсаживаешь женщину, везешь, едешь, разговариваешь с ней, общаешься. Она тебе рассказывает о себе, там, туда-сюда, пока едешь по трассе. Вот за это время успеваешь познакомиться, создать, ну как, представление о человеке. Ну и о себе, разумеется. Но это были далеко не все профессиональные секреты Шипилова. Возраст, разницы не было. Ну, в смысле, я не по возрасту, не по данным, не по внешним не выбирал, а выбирал чисто одинокую женщину. Дальше шли технические разработки. Важно было заехать в безлюдное место, в лес, на свалку вот на это. Ну, а там уже у нее техника была отработана. С самого начала он предусмотрел, что жертве, которая, конечно же, будет сопротивляться, необходимо отрезать путь к отступлению. Решение было до гениальности простым. Ручки-то нет, чтобы обратно выскочить женщине-то. Так он это, убрав ручку-то внутри, и все. Только говорили, что она никак не могла выпрыгнуть. Он ей тут мякнет, что ли, по голове и увезет. Да. Но до этого галантный мужчина, как известно, предлагал женщинам водку. А получив вежливый отказ... Хватал за шею, крепко пережимал шею, значит, парализуя как бы этим. Потом насильственно вливал бутылку водки тут же в кабине. Но это отнимало много сил. Водка часто проливалась, пришлось усовершенствовать процесс. Пластиковая бутылка обычная, допустим, двухлитровая или полуторалитровая. Он в пробке делал резьбу, врезал туда вот этот конец, и таким образом удобнее было. И выдавливал просто эту бутылку. Особое внимание Шипилов уделял орудиям смерти. Для каждого у него была припасена не только своя инструкция, но и философия. Когда веревку применяешь, ну, остается какая-то, ну, подсознательная, что живой человек, понимаете? И закапывать как-то живого человека, кто его знает, остается сомнение, что до конца произвел убийство. Поэтому я изготовил заточку, ну, как контрольный, что ли. Что действительно уже закапываешь, действительно... покойника, а не живого человека. Заточка помогла гуманисту Шипилову лишить жизни Аню Колобанову и Татьяну Власову. Кстати, перед тем, как убить Власову, он испытал еще одно новое средство. Заклеил ей рот скотчем. На всякий случай. Адское мастерство Шипилова оттачивалось с каждой новой жертвой. Совершенствовался он, может быть, по-разному в способах убийства. Мне кажется, вот он что-то все-таки пробовал в себе. Еще как совершенствовался, еще как пробовал. Вот сегодня ты сделал так, завтра появляются какие-то новые наработки. И эти новые наработки уже отрабатываешь, совершая преступление, понимаете. Но бесконечно, слишком много вот этого все появляется, и конца не видно. Даже оказавшись в камере, Шипилов не мог успокоиться. Сколько осталось нереализованных замыслов и придумок. Видимо, опыт массовика-затейника и здесь не давал ему покоя. Можно ведь совершить преступление на машине, подсадить. Дома у меня был катер, можно ведь на катере это все совершить, понимаете? На пристанях, можно совершить где-то в городе, там еще что-то. В результате хочется попробовать, понимаете? Но Гусева больше волновали все-таки другие вопросы. Вот откуда у него это? Что происходит? Что им движет? Для чего он все это делает? Главным мотивом злодеяния Шипилова, оказывается, было совсем другое. Я же не выбирал не для полового акта, я выбирал чисто, ну как сказать, преступление ради преступления, скажем так. Чисто совершить преступление, чтобы тебя никто не поймал и тебя никто не видел. Вот у меня какое преступление совершено.
а не для того, чтобы там получить сексуальное удовлетворение, хотя меня тут все называют сексуальным маньяком. Это уже что-то новое. Человек, оказывается, получал удовольствие только от того, что задумал вот убить себе подобного и сделал это. Просто синдром охотника какой-то. Но не может он прийти из леса без добычи. Разница лишь в том, что там товарищи засмеют, а здесь сам себя уважать перестанешь. Но иногда, оказывается, просыпались в охотнике на людей и другие инстинкты. Когда обратно едешь, когда уже сокрыл все преступления, все, винишь, коришь, чувствуешь себя не в своей тарелке. Но чувство это было очень нестойким. Стоит только доехать до гаража или до куда-то, понимаете, это вот проходит где-то день-два, может, и все это проходит, и начинается снова. Вот что страшно. Но по-настоящему Шипилову страшно стало лишь однажды. После того, как мне показали вот эти фотографии, вот тогда да, тогда появились вот эти мысли, что действительно вот, наверное, на месте вот этих изуродованных женщин могли бы оказаться моя жена, моя дочка. И вот тогда действительно был стресс сильный очень. Кстати, Шипилов ни на минуту не прекращал оставаться с заботливым отцом и любящим мужем. Когда за отличное поведение ему дали отпуск, он отправился в родной Архангельск не с пустыми руками. Дочери и племяннице из зоны он привез подарки. Часы, снятые с руки Дельницыной, и перстень Зотовой. Очередное потрясение родственники 12 погибших женщин испытали в октябре 2000 года в Архангельске, где состоялся суд над Вельским терминатором. Вновь перед ними предстала картина его чудовищных злодеяний. А сам Шипилов держался вызывающе спокойно и самоуверенно. Как будто все это совершил кто-то другой. А в последнем слове Шипилов заявил, что ни о чем, в общем, не жалеет, а родственникам своих жертв ему сказать нечего. Но было что сказать судье. Окончательно назначить Шипилову наказание в виде пожизненного лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Жизнь ему пусть наказанием будет. И Шипилов отправился в свой последний в жизни маршрут. Правда, не на осенизаторской бочке, но тоже на вполне приметной машине. Кстати, такого же грязно-голубого цвета. Расход! Есть! Господин Бочар! Есть, Бочар. Теперь это и многие подобные процедуры будут происходить в жизни Сергея Шипилова каждый раз, когда будет открываться дверь его камеры. Камера. Есть разрешение? Есть разрешение? Второй камер. Есть разрешение? Только так теперь он сможет обращаться к любому, кто окажется перед ним. Только так он теперь будет передвигаться, независимо от дальности пути. И так в каждый из оставшихся в его жизни дней. Он это заслужил.